Так, друзья, всем привет. Сегодня я покажу, как менять моторчик для омывания заднего и переднего стекол. Вот такой моторчик. Снимается, он просто отстегивается, с резинки выходит, с бачка, и все. Сначала я снял колесо, думал, что добраться можно вот отсюда, вот, с подкрылка. А я ошибся. А он находится вот, просто вот, поднимаете домкратом, и вон он стоит. Вон. Вот. Вот его нужно вытащить сюда вот наружу, вот сюда вот так раз, раз, и ставить вместо него другой. Все, снимаем. Два этих идентичных моторчика для омывания лобового стекла и заднего стекла. Вот. В чем здесь суть? Суть в том, что этот медленнее качает, который стоял, такой джжжж, этот джжжж быстро проверяется 12-вольтовым аккумулятором. Плюс подсоединил сюда вот к этой, вот, которая вот, вот так вот стоит. То есть, ну, вот так. А это поперек. Вот я к этой минус, а к этой плюс. Вот, и проверил. То есть, в принципе, все. Монтируем. Все. Там элементарные вещи. Хорошо снимается это, хорошо снимается это. В принципе, все. Номер ее, этого моторчика, 1С71 17К624FC. Английский. Или 123060. Они идентичные. Вон. Что там такое? Что там такое? Здесь такой. Ну, я думаю, что они все подходят друг к другу. Вот модель от 1 по 7 год. Все, ребят, всем благословений. Пока. Итак, проверяем, как работает моторчик. Работает он великолепно. Льет даже дальше, чем лил. Давление хорошее. Все. Сзади. Сзади. Тоже льет. Все, ребят, всем благословений. Пока-пока.